Котята, вы похожи на толстых муравьев. А ты, дедуля, пенсии на здоровый мешок с какашками. Рыжая сопля, у тебя очень наглые дети. Так-так-так, поставим им дизлайк. Так, походу твоя Бося сделала лужу. Это не я, это какая-то милая собачка пришла и сделала. Бося, это не работает. О, пап, привет, а я с другой стороны дивана вылезла. Поздравляю, Буся, а ты там точно кучку не наложила? Нет, что ты, пап, ты же просил не оставлять одну кучку, поэтому я оставляю две. Капец! Нам все бы за тебя капец! Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Хасята, вы тут спрашивали, почему у меня на прошлой неделе не вышло видео. Ничего не случилось, великая мать Мегафон нас не сожрала. На полянку, где она должна была нас сожрать, приперся ее сын Скромник. И сказал, что она куда-то пропала. Ну, мы с Бублонавтом немного ее поискали для приличия. И потом пошли домой работать. Как вы знаете, у Бублика уже 1 000 000 подписчиков на канале. Нужно делать хасячий клип на 1 000 000, а рыжая сопля, ленивая попа. И попросил меня написать для него клип. Хасята, зачем вы верите этому старому старикашке? Мы действительно пишем мне новый клипчик, и Папася просто мне помогает. Не делает все вместо меня. Ага, ври больше. Хасята, напишите в комментах, кому вы верите больше, прекрасному рыжему волку или противной серенькой собачке. Ладно, Бублик, с тобой мы потом разберемся. А сейчас, Хасята, смотрите влог о том, как к нам пришли в гости Каролинка с щенками Бублика. Мам, отвезешь меня в школу? Вот там холодно, снег выпал на улице. Нет, сын, я машину не переобула, до сих пор не купила зимнюю резину. Езжай на маршрутке. Представляете, парни, какие ужасы мне приходится терпеть, потому что мама не купила зимнюю резину. Вообще-то и зимние шины должен старший человек покупать. Да, а кстати, почему он тебя в школу не повез? Он же вроде переобулся. Ну, он раньше меня на работу уехал, а мне сегодня ко второму уроку. Ставь лайк, если тоже проспал будильник и говоришь, что тебе ко второму уроку. Ну короче, мы готовы купить ей зимнюю резину, но с одним условием. С каким? Ты должен будешь ее уломать, чтобы она разрешила Каролине и щенятам прийти к нам в гости. Ладно, парни, согласен, но это будет тяжело. Вдруг щенки навалят кучку или лужу. Она же за всеми нами будет гоняться по квартире и лупить мокрой тряпкой. Я думаю, что она будет рада новым колесам и не будет ругаться на моих щеночков. Ну окей, я тогда в школу. А вы пока выберите ей новую резину. Кстати, а где выбирать будете? Где-где? На Екаталоге. Потому что там сексильон 1 000 000 товаров и можно цены во всех магазинах сравнить. Так, Папася, заходим на Екаталог, выбираем тип. Зимний нешипованный, размер диска и сортируем. Отлично, выбираем магазин с самой вкусной ценой и заказываем. Да, Хасята, Екаталог незаменим, если вы хотите найти товар с самой вкусной ценой. Посмотрите, какой богатый тут выбор. Реально можно найти любой товар, от гаджетов до собачьих игрушек. Ссылочка будет в описании. Папася, давай еще и красивые диски купим. Человечки же любят все красивенькое. И будет с радостью возить младшего человека в школу на новых колесах. А мы каждое утро будем приглашать в гости Каролину и щенят. Пока они там где-то ездят. Это гениально, Бублик. Но главное, чтобы она сегодня нам разрешила привезти в гости моих внуков. Я так по ним соскучился. Да, к сожалению, одного щенка забрали. У него теперь есть свои человеки. Ну ничего, бубленцы. Нам надо успеть оставшихся твоих детей воспитать настоящими грозными волками. Ну что, купили моей маме новую резину? Да, только ничего и не говорили, ждали тебя. Да, иди и скажи о том, что мы для нее сделали. И не забудь о нашей просьбе. Мам. Псы заказали тебе новую резину, чтобы ты переобулась и смогла возить меня в школу. Ох, чё, я не просто так они это сделали. Что они за это хотят? Ну, чтобы ты разрешила прийти в гости Каролине и щенятам. Чего? Чтобы они мне тут всю квартиру испачкали? Мам, ну там такие прикольные щеночки. Каролина за ними присмотрит. Они ничего не погрызут и не сломают. Ну, пожалуйста. Ладно, так и будет, уломали, пусть приходят. Мы едем в гости к папасе и деду! Так, дети, ведите себя там прилично. Ого, мы первый раз поедем на машине! Это же машина, в которой ездит Папася Бублик и их бандит! Да, Кара, блин, чё? Так, чё тут у вас? Давайте я поведу. А шо, в вашей машине нельзя грязными лапами по сиденьям лазить? Странно. И вообще, сразу предупреждаю, что гордые хаски лапы не моют. Мне пофиг, что на улице грязно. Привет, Бублик. Привет, бандит. Привет, Каролинка, наконец-то ты в гости пришла. О, а вот и щенята, мои внучата, как они выросли. Чего? Гу-га-га, я потопталась по кровати ваших человеков грязными лапами. Ну ты даешь, Каролина, это же неприлично. А мне пофиг, я гордая и независимая волчица. Бублонавт, ну какие же щенки у тебя прикольные. Да, Папася, это супер хаски. Что-то у них тут как-то непривычно пахнет. Ничего, сейчас разберемся, как у них тут все устроено.
ребята, вы похожи на толстых муравьев. А ты, дедуля Пинси, на здоровый мешок с какашками. Рыжая сопля, у тебя очень наглые дети. Так-так-так, поставим им дизлайк. Что ты делаешь? Так вести себя в гостях неприлично. Ага, а сама только что скакала по кроватям человека. Мне простительно, я от избытка чувств. Слушай, бублинце, а вот этот щенок на гиппопотамчика похож. Сам ты гиппопотамчик. На самом деле, папася, его мы так и назвали. Бегемот. Косята же предложили. А как девчонок зовут? Буси и Бося. У всех моих шрят голубые глазки, как у тебя, отец. О, это очень круто. Так, походу, твоя Бося сделала лужу. Это не я, это какая-то милая собачка пришла и сделала. Бося, это не работает. Я тоже так пытался отмазаться в свое время. Ничего не получилось. О, бубланавт, а наш толстый бегемотик, кажись, застрял между столом и стенкой. Ничего я не застрял. Я тут стою, отдыхаю, жду, когда у меня пупа пролезет. Ну, пару дней постоишь, похудеешь и больше не будешь застревать. Бублизыщ, хочу тебе сказать, что бегемот – это бандит и бублик в одном флаконе. Посмотри, какой все-таки клевый щенок. Хотя-то поставьте лайк, если вам тоже нравится бегемотик. Папася, у меня и девчонки тоже зачетными получились. Вообще-то бублик не у тебя, а у меня. Стопэ, я тоже участие принимал. Очень маленькая, Бубл, очень маленькая. Хоть ты и вреден, я тебя все равно люблю. Иди скорее поцелую. Почему я мама и папа целуются, а стыд? Отец, давай тебе хотя бы бегемотика оставим. Эх, бублик, боюсь, что это невозможно. Я бы с удовольствием всех оставил. Чем больше хаски в доме, тем лучше. Но, увы, тут решают человеки. Да, это вопиющееся негодяйство. Должны решать только мы. Пап, а можно залезть за диван? Можно, только не навалить там кучку. О, пап, привет. А я с другой стороны дивана вылезла. Поздравляю, Буся. А ты там точно кучку не наложила? Нет, что ты, пап, ты же просил не оставлять одну кучку. Поэтому я оставила две. Капец! Нам все бы за тебя капец! А, надо было оставить три. Окей. Буся, стой, не вздумай. Ну все, это попадос. Что у вас тут происходит? Буся навалила три кучки за диваном. Рыжая сопля, это капец. И что мы делать будем, пенсия? Предлагаю все свалить на тебя, чтобы не подставлять мою внучку. А как я это объясню? Я ж туда залезть даже не могу. Бублик, запомни, своих детей надо прикрывать и не допускать, чтобы их лупили мокрой тряпкой. Я тебя все время спасал. Я пошутила. Никаких кучек я не оставляла. Я порядочная волчица. Буся, больше меня так не пугай, а то нам правда влетит. Поняла. Смотри, а я еще умею включать режим волка. Правда круто? В общем, хосята, это был один из лучших дней в моей жизни. Я верю, что настанет момент, когда мы будем жить одной большой хосячей семьей под одной крышей. Скоро мы переедем жить в большой дом и заберем всех наших любимых щеночков. А сейчас еще раз давайте посмотрим на эту хосячью милоту. What do you like to play? Pokemon! 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 What do you like to play? Pokemon! 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 You see? The kids! Хотя-то, если вы еще не подписаны на канал Cool Kids, сделайте это прямо сейчас. Там вышла новая бомбическая серия. Из-за действий крутых деток на Землю летит огромный метеорит, который уничтожит все живое. Избежать катастрофы, 8-й А замедляет метеорит. А чтобы вселенная пришла в равновесие, нужно отправить всех туда, где они должны находиться. Злых учителей в мир темных магов, Еву в параллельную вселенную, Егора на его планету. Пока, ребят, спасибо за все. Давай там быстрее улетай! Мощность генераторов на исходе! Быстрее давайте все! Ничего это не помогает. Метеорит увеличивается в размерах и в итоге летит на крутых деток. Чего? В смысле? А где метеорит? Мы что, сдохли? Это рай? Что? Маленький зеленый камнеешка? Тот самый? Злейший враг бандита и бублика? Да, это я. И вообще-то я только что вас спас. Если вы хотите узнать, что же будет дальше, обязательно подпишитесь на канал Cool Kids. Ссылочка будет в описании. Ну а сейчас традиционный обзор ваших артов. Огромное спасибо, что присылаете их в нашу с бубликом группу ВК. Волки в городе, бублик и бандит. Волки в городе, каждый знаменит. Волки в городе, ясно.
Косята, видите, вокруг меня появились окошки с видосиками. Нажимайте на любой, но знайте, если потом я на этих роликах не найду вашего лайка, то вам капец! Хе-хе-хе-хе, шучу, не переживайте. Всем хосячья пока, скоро увидимся! Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки.